Сенат штата Вашингтон США на проведенном 9 апреля пленарном заседании принял резолюцию, в которой выражается поддержка Азербайджану. Экземпляр резолюции был вручен присутствующему на пленарном заседании генеральному консулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насиме Агаеву. Перед принятием резолюции сенаторы, представляющие партии как республиканцев, так и демократов, в своих выступлениях охарактеризовали Азербайджан как динамично развивающуюся образцовую страну, руководствующуюся традициями толерантности, проводящую демократические реформы и важного партнера США. Резолюция единогласно принята сенаторами штата. Говорится, что в 1918 году азербайджанский народ создал первую на мусульманском Востоке светскую республику, что сегодня Азербайджан является близким союзником и партнером США. Отмечается, что Азербайджан и США тесно сотрудничают в области энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и укрепления региональной безопасности. В документе подчеркивается, что Азербайджан, обладающий богатыми нефтяными и газовыми ресурсами, вносит вклад в энергетическую безопасность США и их европейских союзников, являясь важнейшей составной частью Южного газового коридора, который диверсифицирует энергоснабжение Европы. В резолюции отмечается, что Азербайджан укрепил свою независимость, превратился в одно из динамично развивающихся государств мира и крупнейшего торгового партнера США на Южном Кавказе. Кроме того, подчеркивается, что Азербайджан стал основным региональным партнером, расположенных в штате Вашингтон, таких компаний, как Boeing и Microsoft, подписал многомиллиардные контракты, обусловив тем самым открытие в этом штате десятков тысяч новых рабочих мест для американцев. В резолюции говорится, что Вашингтонский Сенат поддерживает азербайджано-американское партнерство, что США необходимо еще более упрочить отношения с такими союзниками, как Азербайджан. Это первая резолюция, принятая законодательным органом Вашингтона в связи с Азербайджаном. Следует отметить, что в рамках рабочей поездки в Вашингтон генеральный консул Насиме Агаев встретился с вице-губернатором штата Брэдом Оуэном. Он также выступил с докладами об Азербайджане перед членами обеих фракций Палаты представителей Вашингтона и членами фракции республиканцев Сената штата. Парвана Рагимова, Юсиф Бабалны, Арзум Нурсаде, Азир Тач, Вашингтон.